мы часто оказываемся под давлением чужих мнений, и это может сбивать нас с толку. Я понимаю, как легко потерять уверенность в себе, когда окружающие начинают диктовать, что правильно, а что нет. Но важно помнить, моя жизнь – это мой выбор. Каждый шаг, каждое решение – это возможность следовать своим целям и мечтам. Я учусь доверять себе, своим инстинктам и внутреннему голосу. Не позволяю никому ограничивать мою веру в себя. В конце концов, только я знаю, что действительно важно для меня. И только я могу создать свою реальность.